Можешь представиться, как тебя зовут? Чем зовут? Кто по жизни вообще? Меня зовут Гор. Волк по жизни. Ау, да? Да. Когда водила протянула аукс. Все мои волки делают ауф. Ауф? Ауф. Молодец. Я красивый. Веселый. Спасибо. А Мария? Да. Мария, Мария, Мария Магдалена. Я вообще не знаю такие песни. Бич, курбе, курбе. Апанмапа, делай дыс. Где учишься, чем занимаешься? Чем дышишь, чем живешь? Дышу воздухом. Живу в Красноярске. А, немножко не сочетается, в Красноярске же нет воздуха. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан! Хайкуи, привет! Привет! Сегодня у нас такой предновогодний «Взгляд снизу». Ну, все, кто не знает, а вы вряд ли знаете, «Взгляд снизу» — это такая рубрика, в рамках которого дети, в рамках которой дети отвечают на вопросы. Понятно. Скажи, пожалуйста, что такое Новый год по-армянски? У нас есть вот такая вот как будто традиция, можно сказать. Мы все после 12 выходим, у нас все на улице выходят, и мы все друг друга поздравляем и, может, дарим подарки. Ёлка, рыба, еще подарки, это самое главное. Праздник, потому что 2020 наконец-то ушел. Много людей собирается. Вот это, знаешь, когда бумагу разжигаешь, кидаешь водку и пьешь. Вы тоже так делаете? Ну да, я так не делаю. Алиса кинула, чуть не подавилась. Садимся за стол, смотрим Путина до 0:00. Потом засовываем какую-то бумажку в коньяк, водку, что-то там. Обычно все собираются, отдыхают, веселятся, кушают. А за что пьют? За здоровье детей. Дважды за здоровье детей. Обычно и этим не заканчивается, могут и трижды выпить за здоровье. Да. Чего вы там сидите, блядь? Давай расслабимся, да? Давай расслабимся. Ты что-то, блин, напряженно как-то, да? Да. Чувствуешь, да, есть некая напряженность? Да. Это почему? Потому что ты такая скромная сама по себе? Нет. Мы просто начали, да, только и вечер? Да. Ты подустала? Нет, у меня сегодня 4 урока было. 4 урока по сколько часов? 45 минут. Сколько в сумме получается в минутах? 50. Да можешь не считать, я тоже не знаю сколько. Будет 180 минут. Так, подожди, я тоже должен посчитать. Так, 40. 90 плюс 90. 180. Вот армянский такой стол, Гидеш Чевр, когда собираются там, да, накрывают там огромный такой стол. Что самое такое вкусное? Мясо. Рыба. Например, мы всегда готовим долму. Реально всегда? Да. А как она готовится, из чего? Из капусты и фарша. А фарш из чего? Из мяса. Из какого мяса? Простого. Это что за мясо такое? Ну, иногда бывают шашлыки. Шашлыки готовите на Новый год? Иногда. На балконе прям жарите? У нас нету балкона. Ну, их, знаете, их посаживают, да. И на огне. Ну, с папой такое было. Он готовил, а я вот там, когда огонь разжигается, вот этой штучкой брызгал, чтобы огонь ушел. Штучкой, в смысле, водой? Да. А ты знаешь вот это хороваться? Шатлябанэджан, дуй-дуй-дуй-дуй. Просто берешь так. Да, берет такая мам-мам. Без соуса каких-то, с лимонадом, с шашлыком, все ок. То есть ты шашлык запиваешь лимонадом, и для тебя больше? Да. Прямо молодец. Заполнёшь. Что из себя представляет бастурма? Что? Бастурма. Ты чё? Не знаешь про бастурму? Нет. А, как колбаса типа? Да. А, мама на этот год она это сделала. Оливье. Мясо, шашлык, конфетки. А люля-кебаб из чего обычно ешь? Вот так. А потом? А потом ем. Ну покажи с микрофоном тебе. Хорошо, а если вот из блюд, что самое вкусное? Оливье, но без гороха.
Оливье на без гороха, пожалуйста, 200 грамм. Скажи, Юля, как выключать заставку? Мы ей за что деньги платим, да? Маус – это будет мышь. Угу. Хунт – это будет собака. Бизон – это будет бизон. Блин, вот это очень... Странно, да, что вот бизон – это бизон? Ты отличница? Да, я отличница. Одна у нас в классе только 4 отличника есть, отличницы, отличников нету. У парней что-то проблемы, да, в последнее время? Одна из них я. Жиши, пиши с буквой. И. А цыган на цыпочках? Через что пишется? Я это не знаю. Они тоже на самом деле. Они тоже не знают, как это пишется. Ну, то есть цыгане тоже не знают. Цыгане, наверное. Только никому я больше не говорила, ладно, чтобы ты типа больше знала, чем остальные. Mm-hmm. Но чтобы отличницы вот эти, они ну, не доходили до твоего уровня. Mm-hmm. Ну, они и так не дойдут. Расскажи мне, Гурген, знаешь что? Как ты учишься вообще в школе? Самый классный подарок, который когда-либо ты получала, это что за подарок? Я в прошлом году ничего не просила на Новый год, но мне купили коньки, которые меняются на ролики. Так тебе купили или Забер папы привез? Я не знаю, я тогда спала. Вообще, ты, это хороший подарок, в принципе? Телефон? Да. Да, конечно, это самый... Ну, ты скажи вот так камеру, чтобы родители слышали. Все хотели телефон, айпады и гаджеты, вообще все хотят, дети. Ну все, заказ принят, ага. И что бы ты пожелал в этом году? Ну, грушу, потому что я ее ударил, да, и с нее опилки посыпались. Если ты хочешь себе на Новый год какой-то подарок, кому ты заказываешь их? Маме и папе. И? И бабушке. iPhone 11 Pro Max на 250 гигабайтов. Ну, есть же на 512, бери на 512. На 512. А вот недавно вышел 12-й, бери сразу предзаказ. Беру предзаказ. А скажи, пожалуйста, вот если тебе придет этот подарок, да, вот так, нежданчиком, что ты будешь чувствовать? То, что можно будет поиграть. Наконец-то. Наконец-то, без лагов. Ну, то старый глючил сильно, а тут... А на чем ты, на Nokia 3310 играешь сейчас? На айфоне 7. Да, по Новому году, давай еще добьем. На чем ездишь вообще, на чем катается отец? Ауди. Уже на Ауди? У меня же Лексус был. Продал. А номера не скажу, чтобы потом не преследовали меня. Емельяновский район. Обязательно вставим это в запись. Что, где деньги лежат, говоришь? Какие деньги? Ты же знаешь, да, что скоро Новый год? Ну, догадываюсь. А, молодец. А благодаря чему догадываешься? Ну, все говорят. Это все, это единственная причина, да? Вообще веришь в Деда Мороза? Не сильно. Почему? Потому что это обычно дядя, переодевшийся в Деда Мороза. Это у тебя так? Да. Сейчас просто уничтожил надежды и мечты сотен миллионов детей на планете. Наверное. Ты не жалеешь об этом? Жалею. Ну пусть они лучше знают правду, да? Да. Чем жить вот в этом мире иллюзий. Верно. Фантазий. Горькой. Фантазии. Да, ведь жизнь, она на самом-то деле что? Фантастическая. Ты, короче, Дзебер Папи или Дед Мороз? Армянский Дед Мороз — это мощь. Это потому, что он армянин? Да. А, как известно, все армяне хорошие люди. Особенно Дед Мороз. Который Дзебер Папи. Так и кто круче? Дзебер Папи, я же не русский. Так ты веришь? Да. Зачем ты отбираешь мне микрофон каждый раз? Не знаю. Дзмэр Папик. Почему? Ну, звучит круче. Ну, а потому что у нас что? Все? Круче. У нас видеограф сам всех предупредил выключить телефоны, а он... А он сам? Не выключил.
Что, что мы говорим видеографу? Ничего. Правильно, мы ему ничего не заплатим? Нет, заплатим. Из того же конверта? Ка Ашхарум ми Хаястан, ка Анман ми Еркиль, Нман папис хекят нерин, Нман татис еркерин. Улка моря дужина стая цепь на топе, там и днем, и ночью каточом заходит по цепи кругом, идет направо, пизовать на льва сказку, говорит, там чудеса. Там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведанных дорог следы неведанных зверей, избушка там на курих, но дальше забыл. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, француза отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри, не вы, плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Чисто новогодний стих такой, легкий. Я не новогодний человек, я не знаю песни. Артёков Кирилл, хей! Ну что? Ну, песню продолжи. Ничка Дришнерин. Не понимаю. Масы СВК. А спой что-нибудь вообще нам? Джингл бэн, зингл, чо-па-па. All the way, на-на-на-на-на-на, чо-па. Правильно. Бич, курбе, курбе, апанма, поделай дыс. Вот. Я так уже всех научила. А, все уже так умеют, да? То есть это вообще ты всех научила? Да. Скажи, пожалуйста, Гурген, последний, наверное, вопрос тебе задам. Нет. Не последний? Нет. Ну, а что ты еще хочешь нам рассказать? А я думал, побольше вопросики. Первая девочка зашла, 5 лет. Вопросики. А у меня 5 секунд. А как правильно бить человека, чтобы он сразу... Ну, то есть, ну, на Новый год обычно это очень нужно, потому что все пьют очень много, да, обычно. Чтобы, и... он, травму, чтобы он травму не получил? Ну, чтобы да. Просто ногой по пятке бьешь, а сам падает. Классно, когда есть сестренки, да? То есть, одна накрасит, другая привезет. Да. У меня тоже такие, кстати, были. А когда ты вырастешь, кем хочешь стать? Архитектором или тамадой. Ну-ка скажи, добрый вечер, дамы и господа, меня зовут Гор Наргизян, и я ваш ведущий. Добрый вечер. Только в камеру. Добрый вечер, дамы и господа, меня зовут Гор Наргизян, и я ваш ведущий. Сколько за свадьбу будешь брать по ценнику, как ты считаешь, как лучше сейчас брать? Я не знаю, смотря сколько они предложат. Ну хорошо, допустим, если тебе предложат, ну, 10 000 за мероприятие, согласишься? Нет. Почему? Личная трата. Похчет, и лавит похчет, а сазари миллион. Лучше 80 000 возьму. Ничего тогда. Топчик, да, сразу в топ выходишь. Молодец. А вообще я бы хотела стать танцовщицей или моделью. Бутик открою в Москве, в центре Москвы. Буду приходить, рекламу просить, чтобы, я не знаю, свою одежду давали, чтобы я себе поставила на вешалки. То есть развесила? Угу. Позовешь Гора ведущим своей свадьбы? Конечно, да. А меня? Ну, если ты будешь живым. А депутатом не хотел бы? Нет. Ну, ты знаешь, похож вот так вот, чисто внешне. Спасибо. Что ты вообще хотел бы пожелать армянам Красноярска на Новый год? Счастья, здоровья. Чтобы всегда были дружные, не ссорились. В душе счастья и здоровья. Чтобы потом, когда я вырос, чтобы у меня свадьбу брали. 8-923. У тебя мегафон? Мне тебе невыгодно звонить, я не буду тебя звать на свою свадьбу. Почему? Во-первых, она прошла. И что? Ну, а во-вторых, у меня денег, ну, много берет, списывает же. Если с МТС звонишь на мегафон, армяне так не делают. Они обычно звонят, и если с МТС на мегафон, то сбрасывают, чтобы ты позвонил. Счастья, здоровья, чтобы не грустили. И всегда были на позитиве. С Нуртаринанснисах, увор... 2021 Таринсах Лавскси. Ворсах Хайра Ярджан Клинен. Всего самого лучшего и счастья. Самого главного. Будьте счастливы.